Ну и небольшой анонс следующего обзора. Даже будет, скорее всего, их несколько. Вот так выглядит комплект для посадки картофеля. Производство, опять-таки, ЖЧП Крючков, Полтава. Комплект приобретался для использования в связке с мотоблоком с водяным охлаждением. Вот, состоит он из двух основных частей. Это загортач и такое вот орало. Так, сегодня немножко посадили картошки. Сажал при помощи вот этого комплекта для посадки производства ЧП Крючков. Вот. Заказывал я его вместе с вот таким вот окучник совместно с пропольником. Вот. Ну, мука была загортать, если честно. Мотоблок вводит из стороны в сторону. Я его устал ловить, направлять. Вот, ну, тяжко очень. Колею поставил 70. Не знаю, может быть, колея маловато. Хотелось бы узнать настройки мотоблока у тех ребят, которые пользуются также подобными устройствами. Тут есть небольшой люфт. Ну, он, в принципе, незначительный, несущественный люфт, вот эти болта. Вот, я его выжимал максимально. Хотелось бы передать привет отделу технического контроля, вот, сборщикам, опять-таки же ЧП Крючков. Собрал вот эти вот загортачи через одно место. Вот. Для сравнения. Смотрим вот сюда. Вот эти элементы у них совершенно одинаковые, идентичны. Смотрим. Здесь вот этот держак, он собран по выпуклой стороне, что вполне логично, потому что по вогнутой идет, земля заворачивается. Она должна быть гладкой. Теперь смотрим вот здесь. Как тут собран. По вогнутой стороне у нас идет вот эта лапа. А по выгнутой ни хрена. Ребят, ну, как бы не смертельно. И инструмента хватит для того, чтобы переставить все это дело. Но я не сразу, блин, заметил эту хрень. И как бы, когда собираешь такие вещи, покупаешь, то не особо. И рассчитываешь на то, что где-то какой-то подвох. Вот. И просьба. Затачивайте вот эту вот фиксирующую хрень. Хоть немножко, потому что она тупо рубаная. И вставить ее в отверстие, которое немножко не соосно друг к другу, да, два отверстия. Это для блокировки используется. Вот это вот узла. Вот. Для блокировки. В одном положении нормально. Соответственно, в другом как бы тоже рассчитываешь, что будет так же. Все-таки 90 градусов и все. Нет, нифига. Ненормально. Надо догинать, забивать. Ну, мелочь, но опять-таки неприятно. В целом, как бы, ничего, но вот так. Ну и небольшой анонс следующего обзора. Даже будет, скорее всего, их несколько. Что устройство интересное, относительно сложное. Вот, приехала мне вот такая вот штука для уборки кукурузы. То есть такой вот мини-комбайн, который позволит из тяжелого китайского мотоблока с водяным охлаждением сделать маленький комбайн для уборки кукурузы. То есть данное устройство заезжает на ряд, подхватывает стебель кукурузы, сбивает с него кочаны, да, початки, и измельчает стебель в труху.
Вот. И все это он делает за раз. Ну, в общем, дальше будет. К сожалению, запилить сравнительный обзор с подобным девайсом для мотоблока MotorSeach не представляется возможным. По причине того, что MotorSeach не выпускает ни хрена сложнее снегоуборщика. Все.